В аэропорту Кабула произошла перестрелка между афганскими военными и неизвестными нападавшими. В результате инцидента погиб сотрудник сил безопасности Афганистана. Еще трое человек получили ранения. Об этом сообщили вооруженные силы Германии. Кроме того, в перестрелку были вовлечены американские и немецкие военные. Никто из них не пострадал. Отмечу, в воздушной гавани сейчас царят хаос и беспорядки. По данным CNN, там находятся больше 20 тысяч человек. Все они ждут эвакуации в непростых условиях. Ранее Талибан направил сотни бойцов для захвата афганской провинции Панджишер, единственный район, оставшийся неподконтрольным членом движения. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остается война, заявил представитель талибов Мухаммед Наим в интервью телеканалу «Аль-Хадас». Ранее они дали 4 часа лидерам сопротивления, чтобы те сдались. Отмечу, сопротивление возглавил бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, провозгласивший себя временным главой государства после того, как из страны сбежал президент Ашраф Гани.